из работы я могу выделить, например, вот картину Сергея Гусева. Называется «Новая набережная». Сергей написал новую нашу набережную во время подтопления. 2013 год. Очень интересный, и ракурс интересный, и вид интересный. А уж как интересна палитра! В небесно-голубых тонах, считает один из организаторов выставки Наталья Иванова, вся соль. Именно эти оттенки создают внезапную легкость восприятия случившегося бедствия и заставляют смотреть в будущее с надеждой. Другое дело – полотно Юрия Наконечного. Между ним и первым разрыв не только временной, но и эмоциональный. Потоп 1972 года написан маслом в серо-коричневой, несколько суровой гамме. Детальная иллюстрация случившихся разрушений. У нас есть картины, написанные, как скажем, в более темных тонах, но я не считаю их мрачными. То есть они рассказывают, как бы сказать, свою историю. То есть и она не обязательно мрачная. Мрачный или не очень, но всегда свой личный взгляд на что было и есть, художники представили в нескольких десятках полотен. «Осень на Релочном» Натальи Куприковой – картина вне времени, солнечно, приятно взору и не слишком отличима от реального бытия. Вокзал Виктора Сорокина передает дождливую атмосферу недалекого прошлого. Свой первый послевоенный год Юрий Наконечный писал не то, что по историческому фото, по собственной памяти. Военные укрепления на нынешней площади Победы он видел ребенком. Окунаться в мир чужих воспоминаний стоит, считают организаторы, хотя бы, чтобы ценить нынешний момент. Даже какие-то патриотические цели, да, преследуем, чтобы показать растающему поколению, какой у нас красивый город, какая у нас красивая область. И что действительно у нас есть за что любить нашу область, город, и как воспитывать в себе патриота. Начать воспитывать в себе патриота при помощи бесплатной экспозиции областной библиотеки можно до конца ноября. К слову, ее сотрудникам приятны не только посетители, но и их благодарность, которую не так сложно выразить одним лишь росчерком в книге отзывов. Наталья Бернацкая, Виктор Швецов, программа «Город».